А у Климові шахурачисты открыли новый 60-кватерный дом. Его узвяла мясцовая ПМК 256 за полгода. Это уже другі новый дом у Климовішах сёлета, але первый, який будавался с державной подтримкой. У яго у лігу інших заселится и 9 шматдетных семьев. На новый дом разом с климовицкими новоселами и будовниками поглядела и наша здымочная группа. Новый дом на улице 50-годия СССР только что отримал номер 2В. Узведенный он силами мясцовой будовничей организации. Климовицкая ПМК так организовала працу, что сдолила сдать дом ранее за призначенный термин. Праз 6 месяцев, а не за 9 с половой. Дом запроектирован с стеной 38 из кирпича. Сверху он устроен с термошубой, за счет которой в летнее время в доме прохладно, зимой очень тепло. На этом же экономится ресурсы отопления, то есть за квартиру платить нужно будет меньше. Сергей Ларкин – шматдетный батька, бригадир Муллера у ПМК, якая будовала дом. 6 годов прожил с семьей у интернате, а теперь отримал уласное жилье. Ключ от новой квартиры у руках Сергея, и он отчиняет двери нового этапа в своем житті. Ну вот это вот моя квартира. Выпала мне, что на третьем этаже, 29-я квартира. Ну покажите. Ну, вот здесь зал, ну здесь две спальни. Дом побудовали с державной подтримкой, и у финансирования брали удел бюджеты у всех узровнял, у тым лику и районный. Заказчик дома, Климовицкое управление капитального будовництва, домом задоволено, коли задоволены люди, якія будут у им жить. Метр квадратный фактически получился где-то в пределах 6 800 000 до 2 000 000 рублей. Сдача нового дома – великая подея для районного центра. У Климовичах на 60 счастливых семей станет более. С Климовича у Сняжана Крыжевич, Илона Иванова, Миколай Соболев. Новини регіон.